Добрый день, уважаемые трейдеры! С вами компания WinOption Signals, и сегодня мы разберем для вас наш новый виджет, который анализирует графики валютных пар и способен находить 50 формаций японских свечей, каждая из которых подробно описана на нашем сайте. Сигналы от формации японских свечей считаются наиболее надежным и точно показывают меняющееся настроение рынка. Также мы подробнее расскажем про наш основной виджет с онлайн-сигналами для бинарных опционов, ответим на наиболее частые вопросы о нем и расскажем, как эти два виджета можно теперь комбинировать для достижения максимального результата. Все ссылки на виджеты будут в описании к этому видео. Итак, виджет графического анализа выглядит точно так же, как и основной виджет, но в отличие от основного, он выдает не просто точку входа, а находит графические основания для разворота или продолжения движения цены. Каждую такую формацию он обводит прямоугольником. При желании вы можете поменять его цвет. Всего на данный момент таких формаций 50. Это как разворотные формации, как, например, бычья харами или поглощение, так и формации продолжения тренда, как, например, три белых солдата или три вороны. Виджет показывает нам время, когда сформировалась та или иная комбинация свечей, на каком именно таймфрейме, отсчетную точку и дальнейший прогноз движения цены. Все формации японских свечей изначально разработаны и подходят для рынка Forex. И если вы торгуете на Forex, то можете применить их в чистом виде. Но если вы хотите успешно применить данные сигналы к бинарным опционам, то придется немного заморочиться. Прежде всего, необходимо понимать, что в бинарных опционах у нас сразу фиксируется время закрытия сделки. И в случае с сигналом от паттернов, разворот может наступать не сразу, и такая комбинация может отрабатываться от 2 до 5 свечей таймфрейма. Поэтому, после того, как виджет выдал вам сигнал о формировании какого-либо паттерна, мы понимаем, что общее настроение рынка скоро может измениться в указанную сторону. И теперь на данной валютной паре нам нужно искать сигналы для покупки бинарного опциона именно в этом направлении. Например, тут мы видим, что на валютной паре Евро-GPI на 15-минутном таймфрейме сформировался паттерн 3 одновременных крыла. Это паттерн продолжения тренда, и нам стоит искать сигналы на покупку опционов PUT. Для этого вы можете использовать одну из своих стратегий или индикаторов, которую вы придумали сами, ну или скачали с нашего сайта. Но более удобным вариантом будет как раз использовать наш основной виджет онлайн-сигналов. Для этого открываем виджет онлайн-сигнала в отдельном окне и ищем сигналы по Евро-GPI в том же направлении, в каком мы получили сигнал от графического виджета. Если таких сигналов нет, то их стоит подождать. Обычно время отработки или отмены сигнала от паттернов графического анализа составляет 2-5 свечей таймфрейма. То есть, получив информацию на 15-минутном таймфрейме, мы можем ожидать подтверждающий сигнал в течение 75 минут после его формирования. Соответственно, все сигналы, направленные против сигналов графического анализа, в данный промежуток времени лучше игнорировать. Другими словами, виджет графического анализа для бинарных опционов является своего рода сильным индикатором тренда, в рамках которого и нужно открывать сделки по тренду, чтобы получить более точные сигналы для торговли. Как видите, некоторые формации появляются довольно редко, некоторые наоборот. Поэтому, если вы заметили неточность в работе виджета, обязательно сообщите нам, чтобы мы могли это исправить. Теперь ответим на самые частые вопросы о наших бесплатных онлайн-сигналах, часть из которых касается и графического виджета. Самый частый вопрос – это по какому времени нужно входить в сделку, ведь на сайте у нас стоит время GMT, а виджет показывает время GMT плюс 3. Виджет работает в режиме реального времени, то есть независимо от того, в каком часовом поясе вы живете, для вас этот сигнал будет актуален в момент его появления. Время GMT плюс 3 указано, чтобы было легче ориентироваться уже после выхода сигнала. И можно было бы указать время экспирации в цифрах. Поэтому при открытии сделки у вашего брокера вам нужно открывать сигнал сразу в момент его выхода,
но по цене актива не хуже, чем указано в самом сигнале. Если время виджета и время у вашего брокера отличаются, то чтобы выставить правильную экспирацию, достаточно из времени экспирации в виджете вычесть время выдачи сигнала. Разница в минутах и будет временем, на которое вам нужно открыть сделку. Либо более простым вариантом будет установить на платформе вашего брокера точно такой же часовой пояс, как в виджете. Многие брокеры дают такую возможность, после чего вы сможете торговать точно по указанным цифрам времени. Следующий и, наверное, самый важный вопрос – это почему ваши сигналы такие неточные. Действительно, если посмотреть статистику, то можно увидеть, что по некоторым сигналам точность составляет всего 30-40%. Но обратите внимание, что это усредненные данные по всем валютным парам и таймфреймам за весь день в целом. Поэтому на эту статистику в принципе обращать внимание не стоит, потому что для одной валютной пары, к примеру, может быть лучше стратегия Тест-7 на 15-минутном таймфрейме, в то время как та же стратегия Тест-7 уже на другой валютной паре покажет себя лучше на 30-минутном графике. Именно поэтому, перед тем как открыть сделки по какой-либо из стратегий виджета, лучше какое-то время последить за ее сигналами и выбрать оптимальный таймфрейм и валютную пару для дальнейшей торговли. Следующий вопрос – это что значит параметр Шах-Мартингейла? Если Шах-Мартингейла равен, к примеру, 1, это значит, что по этой стратегии на данной валютной паре и таймфрейме раньше уже был один проигрышный сигнал, и теперь виджет вам рекомендует использовать Мартингейл, чтобы перекрыть убыток. А если вы пропустили прошлый сигнал, то можете войти в более выгодном положении. Этот же параметр касается и предыдущего вопроса. Если вы будете учитывать Шах-Мартингейла, то сигналы будут более точными для вас. На нашем сайте вы также найдете калькулятор для правильного расчета, для правильного и быстрого расчета Мартингейла. Все ссылки будут в описании. В целом, подробное видео о бесплатном виджете онлайн-сигналов уже есть на нашем канале. И вы можете задать дополнительные вопросы прямо в комментариях к нему. То же касается и нашего нового виджета графического анализа. Если у вас есть вопросы касательно его работы, то смело задавайте их в комментариях к этому видео. А также пишите, что бы вы еще хотели добавить или исправить на сайте. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Поставьте лайк, если видео было полезным для вас. Не забудьте подписаться на наш канал. Здесь мы часто публикуем обзоры новых стратегий и индикаторов с нашего сайта. Удачной торговли!